друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в Новой Москве. Это поселение Москва-Ген. А сзади нас образовалась крупная несанкционированная свалка. Свалка растет с каждым днем. А я так понимаю, что здесь находится строительный рынок «Славянский мир». Он в свое время горел. Вот. Я так понимаю, что эти отходы со строительного рынка образовались на обочине дороги. Вот. Ну и местные жители, которые здесь находятся, коттеджные поселки, дачные участки, деревни находятся, они приезжают по пути и выбрасывают здесь мусор. А мы, как Московский общероссийский народный фронт, будем писать комитетные органы и разбираться, и доводить дело до конца. Все-таки в Москве свалки не должно быть, правильно?